Санжар Мадиев с дипломом голливудского режиссера рискует остаться без работы. Все потому, что в Казахстане ему отказываются платить за такие умения. Просят снять клипы, так скажем, по-братски. Сон Паскаль один из первых уговорил состряпать ему новое видео. Ну, как тут откажешь? Съемочная площадка на этот раз полнится энтузиазмом, а не инвестициями. Сон Паскаль готовит новое видео на песню «Пьяная любовь». Санжар Мадиев режиссирует, а именитые актеры мелькают в кадре тоже за большое итальянское грация. Так, приготовились, давай, смотрим. Наша дружба очень сильная, поэтому мы слушали песню на его машине. И он: давай я сделаю клип у тебя, братан. Ну давай, я согласен, конечно. Бесплатно. Клип стал бесплатным. Конечно, на какие-то мелкие расходы пришлось раскошелиться. Однако почему за голливудские навыки Санжар Мадиев не взял ни копейки? Это мне интересно, я работаю там, где мне интересно. Клип бюджетный, и мы все делаем своими силами, поэтому у нас прям все на энтузиазме. И несмотря на это, работа на площадке кипит. Сам Сон Паскаль сыграет парня, который слегка повысит градус вином для смелости, а затем отправится на любовный фронт. Песня — это про меня. Я написал, как я стесняюсь, когда я гуляю, и мне нравится эта девушка. Поэтому, если я пью маленький бокал вина, я уже буду лучше. Поэтому «Пьяный любовь». Роковую героиню играет актриса Бибигуль Суиншалина. В платье цвета красного полусладкого девушка будет кокетничать только так. Я играю девушку, о которой мечтает Сон Паскаль, то есть он видит меня с моим парнем и представляет себя на его месте. В общем, технический клип обещает быть на высоте, ведь снимают все одним кадром. Но самое главное, что первичная ротация видео будет в самой Италии. Уж не визитную ли карточку Санжар Мадиев готовит для европейского рынка? Может, после этого его голливудская душа окупится сполна с приходом зарубежных клиентов. Яна Пучкова, Никита Хасанов, Новости Ревю.